Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и Fortnite магазин предметов. Что мы видим? Наконец-таки вышел скин Элой из Horizon Zero Dawn. Комплект Horizon Zero Dawn продается за 2600, скидочка 1700. Вот так если смотреть, получается дельтаплан и оберточка в подарок. За остальное ты все платишь. Ну давайте посмотрим. Сейчас этот экран загрузки дарит. Давайте посмотрим, что он себя представляет. Ну, блин, вообще копия из игры. Вообще офигенно. Офигенно смотрится. Вот эти рюкзаки были по всей игре раскиданы. Что-то ничего не шевелится внутри. Ну да, что-то так, мертво. Так, вот кирочка. Так, ну надо смотреть уже в игре, как она работает. Сейчас пока не очень понятно. Так, вот ее дельтапланчик. Ну, довольно-таки такой коршун. Может даже и большеват. Но это здорово, 15 мать в игре. Обертка, о, прикольная вообще оберточка. Выглядит довольно-таки так прикольно вообще. Ну-ка, в действии. О! Она еще с этой с анимацией, когда стреляешь. Круто. Ну, здесь так не очень это все видно. Так, что у нее за эмоция встроенная? Сердечко. И вот экран сам загрузки, ну, который вот был предварительно показан, что скин появится в игре. Ну, слушайте, комплект такой прикольный. 2600 стоит, в принципе, нормальная цена. Надо брать. Так, ну, по отдельности, не знаю, не вижу смысла, потому что вот эти 1500, и там нас чуть-чуть добавить, уже весь набор. Тем более еще экран загрузки можно получить будет. Так что надо брать, пока горяченький. Так, ладно, что у нас дальше? Тут зловещая бомбистка в магазин вернулась. Зловещий знак. Кирочка. Довольно такая вообще суровая и жесткая. Зловещий летун. Дефолтный дельтаплан, но сделан прикольненько так. Бегущие символы, расцветка, такая прикольный эффект. Так, ну что, вернулись неоновая команда. Пульс с своим рюкзачком, смайликом. Люмина. Так, здесь рюкзачок звездочка. Кирочка мерцающая. Так, дельтаплан что, нормально там? Да, нормально, что-то брать, типа бабочка. Кстати, я видел, кто летал, ну, довольно-таки прикольно в игре так виден, выглядит. Так, в действии так вот она. Ну, вот эти волны, они меняются. Также есть это все по отдельности, можно набором не покупать, если вам что-то именно понравилось, и купить это отдельно. Так, что у нас еще? Зверь. Мне там теперь, сколько мне там, 4 стиля, типа носорог, шакал, ягуар и лев. Также рюкзачки, ну рюкзачки просто только цвет меняется, так он. Дизайн один тоже остается. Ну такой скин, честно сказать, на любителя, такой какой-то железяк непонятный. Леди Хром 2200. Ну, чем-то прикольно выглядит, а чем-то как-то не очень.
Плюс куча нектар за 700 баксов. Ну, чем-то прикольненькая такая оберточка. Перезагрузка за 500. Разминка тоже за 500 баксов. Энергичные эмоции очень. На старт, внимание. И что дальше? А, и все. А дальше ты должен сам бежать. Так, ну, вчерашний набор шкафчика Бри Ларсон. Леший, не знаю, решил его не брать. Так, набор Кибергоза, там еще вот это все. Ну, в принципе, и все. В магазине больше ничего нету. Самое там основное, вот это из Харлинзер Даун и Лой добавили в игру. Это как бы круто. Если скин прикольный, как бы как игра сама по себе тоже. Так что как-то такой магазин. В принципе, может показывать нечего. Так, так автор слетел. Так что давайте мы пропишем. Что там не пишет. Поддерживаем ТК автора, это очень приятная поддержка. Ну а так, спасибо за просмотр, ставим лайки, оставляем комментарии, обязательно подписываемся на канал. Не болейте, будьте здоровыми, счастливыми. Все, всем пока-пока.